Пробки и недостаток парковочных мест. Сегодня главная проблема городского округа. Решить ее планируют в следующие 5 лет. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волошин на встрече с руководителями крупнейших предприятий муниципалитета. Оптимизируют маршрутную сеть, построят пешеходный мост через канал имени Москвы и транспортную развязку на пересечении Новосходнинского и Машкинского шоссе. Также есть решение о строительстве ЖД-станции. 7-10 тысяч жителей к нам прибывают каждый год. И станция Химки, из которой выезжают со всего округа, из новых Химок, из старых, создают пробку Новояковского. Все завалено машинами, она не переварит этот объем, и нужно строить там новую станцию. Плюс нужно строить станцию Химки-2 напротив Меги, около Солнечной системы, чтобы часть жителей из новых Химок уезжали с этой станции. Возводить станцию будут из средств областного бюджета с привлечением инвестиций РЖД.